Настоящие зимние погоды поразили новогодние каникулы жителей Ставрополья. И не только. Не ожидал 17-градусного мороза и французский байкер, направляющийся из Новороссийска в Грозный. Сотрудники ДПС Невинномысска обнаружили путешественника на заснеженной обочине. Мужчина безуспешно пытался завести раритетный советский мотоцикл «Урал». Как оказалось, в бензобаке мотоцикла закончилось горючее, а сильный мороз ставил под угрозу не только дальнейшую поездку, но и здоровье иностранца. К счастью, все обошлось. Отбуксировав мотоциклиста к автозаправочной станции, полицейские отогрели мужчину горячим чаем, помогли завести транспорт и пожелали французу счастливого пути. Тамара Гадомская и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.